Предпремьерные показы самых ожидаемых фильмов в киноцентре «Монитор» наша телерадиокомпания проводит регулярно. Акция проходила при поддержке «Радио Европа Плюс», который уже 12 лет является нашим сетевым партнером и удерживает звание «Радио номер один» как по российским рейтингам, так и по мнению анапчан. «Европа Плюс» слушаем постоянно уже на протяжении долгих лет, и «Европа Плюс» радует всегда новыми хитами. Мне нравится музыка на «Европа Плюс», потому что она очень энергичная, очень современная. Я люблю там многие хиты. И сразу становлюсь энергичным, мне все хочется делать. Заветные пригласительные билеты получили радиослушатели, принявшие участие в розыгрыше в прямом эфире программы «Анап онлайн», а также партнеры нашей телерадиокомпании. Фантастическая фотосессия и сувениры – все это также для наших гостей, которые уже предвкушали просмотр захватывающего фильма. Первый фильм «Тихоокеанский рубеж», вышедший несколько лет назад, снял один из моих любимых режиссеров Гильермо Дель Торо, который недавно получил «Оскар» за «Форму воды». И поэтому интересно, что же снимут последователи, потому что вторую часть снимал уже не он, остался в виде продюсера. Поэтому вот есть некая интрига, вот сегодня она будет развенчана. И фильм не разочаровал. Гости, не скрывая эмоций, делились впечатлениями. Для тех, кто не смотрел первый фильм, наверное, что-то будет непонятно. Очень рекомендую перед просмотром посмотреть первую часть, потому что вторая просто бомба. Впечатления отличные. Фильм, как всегда, порадовал своими спецэффектами, буря эмоций, переживаний. В планах и дальше проводить подобные мероприятия. Радовать друзей Европа плюс Анапа просмотрами самых ожидаемых фильмов и подарками.